Гетикшурский продукт – это полуфабрикаты мясные, полный ассортимент пельменей, полуфабрикаты, такие как котлеты, голубцы, более 80 наименований. Большая часть сырья мы производим сами. Это капуста, морковь, картофель. И есть у нас своя ферма, где мы выращиваем бычков, и откуда, соответственно, мы используем на пельмени наше мяско. У нас сейчас в данный момент по Ижевску представлено 12 фирменных отделов и более 70 контрагентов, которые берут нашу продукцию в свои магазины. Также есть 7 фирменных отделов в городе Перми. Мы планируем расширяться в Перми, достичь к концу года 15 точек, в Ижевске около 20. Пасекунчики любим, их продукцию. А почему именно пасекунчики? Ну, нравится там рубленное мясо. Пирожки с каликой, перепечу с грибами, перепечу мясо капустное. А все берут помаленьку, все берут хорошо, все берут. И пельмени, и вареники берут. На данный момент 2 тонны готовой продукции мы производим в день. На пельменном фестивале мы сегодня отдыхаем, сегодня даем возможность людям попробовать нашу продукцию, оценить, какая она в действительности, о чем мы говорим. И пускай сравнят с другими, действительно, здесь большая конкуренция. Но это в первую очередь, что натуральный продукт, только настоящее мясо и выращенное самими же, на наших же полях собственных.